Я принадлежу к тем людям с детства, которых не надо агитировать за десоветизацию, десталинизацию, делилинизацию, декоммунизацию. Я с утра и до вечера об этом думаю, всегда с детства думаю. Как вот узнал в конце 50-х годов про сталинизм и лагеря, так и думаю об этом всегда, всю жизнь. Об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима в национальном примирении. Цель номер четвертая. Второй абзац. Признав, что вся Россия большая Катынь, мы совершим правильное деяние. Вы считаете, что мы должны признать? Это документ, это никакое не обсуждение. И нас, как граждан, предлагают нам высказаться по этому поводу. Вы понимаете, какие будут последствия такого признания? Вы понимаете, что значит признать? Нет, не понимаете. Дайте ответить. Да, нет, не понимаю. Ну, честно говоря, я плохо знаю эту программу. Я ее знаю в основном, так сказать, в пересказе. В отличие от Сергея Ирвановича, я ее не изучал. Надо, опираясь на этот документ, проводить десоветизацию, декоммунизацию страны. Тогда мы пойдем в будущее. Проводить десоветизацию, декоммунизацию страны. Тогда мы пойдем в будущее. А может такое быть, что у нас не будет будущего? Может, если не будем заниматься декоммунизацией, десоветизацией и так далее. Агитировать. Я за.